Мясо по-тайски. Именно так я называю это блюдо. Готовится мясо всего лишь 15-13 минут и получается очень вкусно. Для начала все нужно подготовить, обязательно все нарезать, потому что как только мы забросим мясо в сковородку, руки у нас свободными не будут. Так приготовленное мясо можно готовить не только со сладким перцем. В сезон овощей я часто готовлю его с баклажанами. Также очень вкусно получается и с картофелем. В кафе так приготовленное мясо с овощами называют горячая сковородка. Если кто-нибудь когда-то заказывал, пробовал, знает, что это очень вкусное и сытное блюдо. В дальнейшем я обязательно вам покажу, как приготовить такое мясо с баклажанами или с картофелем. Чеснок старайтесь нарубить очень мелко. Чем меньше вы нарубите чеснок, тем больше он отдаст вкуса блюду. Острый перец добавляйте по вкусу. Я добавила совсем немножко. Легкая остринка в этом блюде очень уместна. После того, как все подготовили, в раскаленную сковородку я наливаю масло. Обычно я наливаю примерно 4-5 столовых ложек. Сразу же добавляю столовую ложку сахара. Сахар добавляется не только для вкуса, но и для того, чтобы поднять высокую температуру в сковородке. Когда мы мясо забросим в сковородку, оно моментально закарамелизируется и не успеет пустить сок. Как только сахар стал вот такого карамельного цвета, забрасываем мясо. И с этого момента мясо нужно все время мешать, не останавливаться ни на секунду. Мясо ни в коем случае не должно пустить сок. Если вы просто забросите мясо в сковородку и не будете его мешать, дно сковородки на какое-то время остынет, и мясо обязательно пустит сок. И тогда мясо станет жестким, и его придется готовить как минимум 30-40 минут. Это блюдо готовится от начала до конца на максимальном огне. Мясо жарю примерно 3-4 минутки и забрасываю лук. После того, как забросили лук, он подрумянится в течение минутки, и уже можно добавлять красный перец. Главное это все время помешивать, и тогда у вас ничего гореть не будет. Добавляю сладкий перец, примерно через 3 минутки он станет слегка румяным и гибким. После этого добавляю чеснок и острый перец, все перемешиваю, жарю буквально в течение 30 секунд и добавляю соевый соус. В соусе обжариваю все 10-15 секунд и сразу убираю сковородку с огня и обязательно перелаживаю мясо сразу на блюдо, в сковородке его оставлять не нужно. У этого блюда есть один недостаток, это его маленькая порция. Даже в такой большой сковородке, как у меня, так приготовить килограмм мяса не получится. Из-за большого количества мяса сковородка обязательно на время потеряет температуру и мясо пустит сок. Такое мясо можно подавать как самостоятельное блюдо или отварить рис. Также очень вкусно такое мясо сочетается с картофельным пюре. Надеюсь, вам понравится такое мясо. Готовьте с удовольствием, пишите отзывы после приготовления. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!